Обычно в рецептах заготовок советуют брать плоды одной спелости, не переспевшие, с плотной мякотью, чтобы она не разваливалась, не поврежденные. Но у меня как раз все наоборот. Я использую плоды и поврежденные, подбитые, и переспевшие. Причем у меня такой сорт груш, не знаю, как он называется, который при переспевании, даже если он висит плотно на дереве, внутри появляется вот такое вот испорченное место. Я все эти груши перебираю, чищу, удаляю, конечно же, все вот это непригодное. Ну, здесь, конечно, уже полностью я ее выброшу, эту грушу, потому что здесь уже брать нечего. Но факт, что груши я использую не совсем идеальные. То есть все вот это вот прекрасно подойдет. Вот тоже, видите, серединка повреждена. Я ее вырежу, почищу. И остальное использую. Кожицу не снимаю, кожицу оставляю. Если из таких груш, из таких переспевших, сварить варенье обычным способом, то оно получается, может быть, и вкусное, но очень некрасивое на вид. Оно получается пюреобразное, они моментально развариваются при нагреве. И поэтому я обычное варенье из них не варю. И такую заготовку я делаю не только из груш. Вот, из таких груш получается более-менее хорошее варенье, даже если его варить традиционным способом. Варю из яблок, из персиков. Персики тоже очень мягкие, и тоже, если варить обычным способом, тоже развариваются. Ну, про персики я, наверное, покажу отдельно. Грушки можно оставить такими вот как раз четвертинками, как мы их чистили. Но мне нравится нарезать их чуть помельче, чтобы было удобнее есть чайной ложечкой, чтобы в чайную ложку умещался кусочек груши. Поэтому я их режу вот на такие ломтики. Взвешивать груши я не буду, потому что сахар я кладу на глаз. Чем слаще плоды, тем меньше сахара я добавляю в такую заготовку. В среднем на очень сладкие плоды, вот как, например, эти груши, я кладу 0,5 кг сахара на килограмм плодов. И если плоды с кислинкой, кислые или недостаточно сладкие, то беру 1 кг сахара примерно, опять же, на 1 кг плодов. Чем больше сахара мы положим в заготовку, тем гуще и слаще будет сироп. Теперь пересыпаю подготовленные груши сахаром. Немножко встряхиваю, чтобы сахар распределился между ломтиками. И в таком виде мне нужно оставить груши с сахаром для того, чтобы они выделили сок и сахар полностью в нем растворился. На это уйдет примерно 12 часов, иногда на сутки оставляю, но убираю обязательно кастрюльку в холодильник для того, чтобы фрукты не забродили ни в коем случае. И после того, как груши дали сок, сока очень много, полностью растопил он сахар, и получился вот такой замечательный сироп, и в нем кусочки груш. На самом деле у меня масса постояла гораздо дольше, чем я говорила. Она стояла 3-4 дня по причине того, что мне некогда было заниматься вареньем. Поэтому рекомендую всегда убирать заготовку в холодильник на тот случай, что если у вас не будет времени, то там в холодильнике с ней ничего не случится. И нам осталось сварить варенье. Ставлю на огонь, на сильный огонь. Я буду варить груши недолго и буду варить их всего один раз. Пока груши варятся или даже заранее, готовим баночки. Начисто их отмываем. Стерилизовать баночки я буду, как обычно, в микроволновой печи. Выставляю таймер на 2-3 минуты и на полной мощности прогреваю баночки. Мне очень нравится этот способ. Быстро и никаких хлопот. Грушки тем временем очень быстро закипают. Можно их помешать, проверить, не осталось ли на дне сахара. Груши почти готовы. Смотрите, все кусочки целенькие. Варятся они 4 минуты. Еще минутку и снимаю. Пены у меня нет. Если у вас образовалась густая темная пенка на поверхности, то ее убираем шумовкой. Баночки готовы. Они стали абсолютно сухими. Они очень горячие, кстати, поэтому достаем из микроволновки их при помощи прихватки. И сразу накрываю стерильными крышечками. Итак, готово варенье. Это у меня 5-минутка, поэтому снимаю ее сразу с огня. Ту же самую процедуру можно проделать еще 2-3 раза, если вы хотите, чтобы сироп был погуще. У меня он, посмотрите, вот такой легкий сироп получается.
Если вам нужен густой, то остужаем полностью. Доводим еще раз до кипения, снимаем с огня, остужаем и проделываем еще один раз то же самое. Мне густой сироп не нужен. Меня полностью устраивает такой. Игрушки здесь получаются такие тверденькие, как свежие. Очень вкусные, ароматные. Каждый кусочек остался целеньким. Ни один не разварился, не превратился в пюре. Это меня очень устраивает. Кстати, сироп я использую не только для чаепитий. Я также не пропитываю бисквиты. Использую для приготовления напитков. Очень удобная вещь. Тут же закрываем, сильно закручивая баночку. Будьте осторожны, баночки очень горячие. Переворачиваем кверху дном. Для того, чтобы убедиться, что крышка закрыта хорошо, что туда не попадает воздух. И для дополнительной стерилизации крышечки. У меня банки с завинчивающимися крышками. Можно, разумеется, использовать обычные. Обычные закаточные крышки. Я стараюсь для таких заготовок использовать маленькие баночки. На один раз. Потому что после того, как мы банку открыли, желательно ее хранить в холодильнике. В таком виде баночки останутся до полного остывания. Потом я их переверну, подпишу и уберу на хранение. Хранятся такие заготовки при обычной комнатной температуре, то есть специальных условий для них создавать необходимости нет. После остывания варенье выглядит точно так же, вот делала на прошлой неделе. Все игрушки целенькие, сироп прозрачный. Ну что ж, у меня на сегодня все. Надеюсь, мой рецепт кому-то пригодится. Всем всего наилучшего, будьте здоровы и счастливы, и до новых встреч, пока!